Хорошо. Мои поздравления, командир. Ну и задали вы трепку этим комми. Впредь будут знать, как посягать на наши земли. Это была замечательная победа. Ну, разве что красные бы с вами поспорили. Жаль, что остальные офицеры не столь ретивы, как вы. Вот что Бингам нравится мне наш командующий. Давайте-ка отправим его во Францию. Собственно говоря, сэр, я как раз хотел вам это предложить. Читаете мои мысли, генерал, а? Я человек дела и болтать просто так не люблю. Под ваше командование поступает наш самый лучший спецагент. Ребята, встречаем. Таня. Приветствую. Таня наш лучший агент. Она может голыми руками убить человека 50 различными способами. Так что не ссорьтесь с ней. Итак, советский генерал, чьи войска вы разбили под Брайтон-Бич, переведен на юг Франции. Он захватил Канны и взял в плен наших офицеров. Я разберусь с их верфью, но все остальное на вас. Еще в таком топике, блин. Ребята, я всех приветствую. Вы на канале S-Game Street. С вами Рауль. И мы продолжаем, проходить Common and Conquer Red Alert 3. Итак, продолжаем кампанию за союзников. У нас уровень Каны. Приманка для акулы. Давайте уже начнем. Альянс постепенно отвоевывает у русских Европу, но процесс это медленный. Вас перебросят на юг Франции, где красные удерживают порт стратегического значения. Кроме того, они захватили и удерживают в заложниках союзных офицеров. Спецагент Тани поможет вам выполнить задание. Удачи вам, командир. Ладно, начнем. Советские войска окопались у Кан и установили морскую блокаду. Атаковать их в лоб мы не можем. Однако мы нашли слабые места в их линиях обороны и направляем в их тыл диверсионные отряды. Вот что вам нужно сделать. Проникнуть в советские островные порты. Найти способ снять морскую блокаду. Лидеры нескольких государств Альянса окружены в конференц-центре. Эвакуируйте их и уничтожьте противника. Угу. Понятно. У них находится авиакрыло трофейных самолетов. Постарайтесь их вернуть. В операции примет участие агент Таня. Удачи. А, сейчас уже точно все. Короче, второй командующий это Уоррен. Давайте посмотрим, кто это такой. Этот офицер способен не сломаться, даже оказавшись в советском плену. Он вернул себе свободу голыми руками, так что несложно представить, на что он способен, когда у него под командованием танки. Окей, начнем же. Думаю, что интересный уровень будет. Ой, блин. Это грандиозное оружие, блин. Русские укрепились в порту и удерживают в заложниках лидеров Альянса. Ваша задача спасти их и выбить русских. Таня окажет вам помощь. Бой будет очень... Да, мы теряем время. Командир, я помогу вам в этой операции. Вы готовы? Отлично. Вперед. Так, вот Таня. Значит, наше задание — направьте шпиона в портовые постройки. Дредноуты, блин. Сэр, командир Уоррен на месте. Мои люди отобьют атаку и начнут спасательную операцию. Наше время пришло. Как же мне нравятся эти дредноуты. Ладно. Мне дольше не продержать! Захвачен наблюдательный пункт. Теперь мы видим передвижение русских. Таня здесь! Вот что интересно... Способна-то Таня, я не знаю. Ну, блин, мы ничего не можем построить и сделать. Атака на ходу. Это будет здорово. Давайте взорвем их не верь. Будет сделано. Орудие Тесла. Командир, отправьте туда шпионов. Пусть отрубит им энергию. Тогда я смогу проникнуть за линию.
линию обороны и уничтожить ее. Блин, одного шпиона уничтожили. Так точно. Меховые шапки в Каннах? Ну ничего себе. К бою готово. Сделаем одного шпиона. Как можно узнать коммуниста? По отвратному запаху. Слово. Снова нам? Ну вот генсек и говорит. Так кому тут нужно пожать лапу? Да, генсек он такой. Шутник. Пока-пока. Выдвигаемся. Выхожу. Так точно. Легко. Так. Я это заберу. Десятная пехота у них. Сделаю. Угу. Я мигом. Возьму контейнер со здоровьем. Это фигня, не работает орудие Тесла. Уже в пути. Как бы не было. Срочно нужен ремонт. Направим сюда шпиона. Куда идти? Вас поняла. Конференц-центр. Блин, задание выполняем голыми руками, честное слово. Ну как раз у нас Таня здесь прокачивается. Объект под огнём. Говорит оператор Афин, чем могу помочь? Вилом? Так точно. Я это заберу. Товарищ, тут смотреть не на что. Ай, блядь, ну заебали же, блядь! Учуяли запах моего одеколона. Сделаем несколько шпионов, блин. А, мне же больно. Заеб какой-то. Неудачник. Без проблем. Обнаружена база противника. Наш союзник выполнил одно задание. По вашему слову. На союзника напали. Таня, к бою готова. Выполняем. Эй, ты, а ну стоять! По вашему слову. Это все мое. По вашему слову. Где вечеринка? Уже в пути. По вашему слову. Эй, ты, а ну стоять. Двигаюсь. Без проблем. Эй, ты, а ну стоять. По вашему слову. Сделаю. Так, сопровождаем этого чувака. Объект под огнем. Эй, ты, а ну стоять! Уже в пути. Блин, ну я охреневаю! Блин, короче, одним словом. Давайте надерем ихнюю задницу. После этого уже пойдем, блин. Захватим. Направлю шпиона сюда. Не дайте мне умереть. Да ладно. Ебанулись, конечно. Ладно, давайте Таню сделаю. Пиздец, отвечаю. Либо я как лошара начинаю играть, либо я не знаю, блин. Я нормально суть-то не уловил, блин. Пиздец, конечно. Где ты сюда, сучка? Бейбизм какой-то. Так точно. Прогуляемся? Представление начинается. Я слушаю пока что в воду, блин. Где вечеринка? Надоело мне, клянусь. Хватит плескаться. Они что, когда в воде в скафандрах, что ли? К бою готово. Фридайвер, блин. Ладно. Забьем на это оружие. Это все мое. Я тут.
По-моему, он устал. Это будет здорово. Помогите! Тук-тук! Выхожу. Вас поняла. Возьми этот контейнер, блин. Сделаю. Легко. Двигаюсь. Тихо, блин. Черт, ворудят Тесла. Уже в пути. Ну все? Я тут. А, не, вот эти дебильные медведи. Сделаю. Сторожевые, блин. Все, я уже могу, да, приказать этим шпионам, блин, захват. Взорвем эти энергостанции. Обнаружен противник. Быхните, пушки не работали. Пластид заказывали? Ну, поторопился я вначале. Это будет здорово. Он как спецназовец ГСБ делает это в комнате Конгур. Тиберим Ворс так взрывает. Не, пушки обесточены, нет. Вас поняла. Союзники напали. Ладно. Представление начинается. Так, один из вас пусть захватит вот этот порт снабжения. Проще простого. Ну вы, ребята, идите сюда. Я в опасности. Один есть. На турняк один остров у нас в руках. Заряды на месте. Лови волну. Выхожу. Уже в пути. Я мигом. Погнали дальше. Двигаюсь. Я тут. Давайте взорвем их не верив сначала. Но эти пары не останавливаются. Они только бомбят и бомбят сушу. Одним словом, мы выполняем спецоперацию, а наш союзник отвлекает все внимание на себя. Сделаю. Уже в пути. Эй, ты, а ну стоять! Прогуляемся? Вас поняла. Выполняем. В душе я акула. Без проблем. Ладно, пусть к черту бабушки. Хватит плескаться. Обнаружено. Это все мое. Сделаю. Неудачник. Так. Я тут. Заложил. Вас поняла. Нормас. Так точно. Пойдем на уничтожение их в казарм. Он устал. Без проблем. Эй, ты, а ну стоять. Я тут. Взрывай. Ой, блин, ну зажарила она Наташу. Пипец. На союзника напали. Эх, дали бы сейчас мне нормальные силы. Таня, к бою готова. Слишком заебистая миссия. МСЦ. Волноваться не о чем. Так, а где Таня? Куда идти? Выхожу. Я тут. Уже в пути. Таня, к бою готова. В принципе... Пока что все нормально, хотел бы сказать. Да, нормально. Выхожу. Прогуляемся. Выполняем. Я тут. Я мигом. Двигаюсь. Делаю. Ладно, пройдем отсюда лучше. Не хочу рисковать.
Ничего не слышал. Я это заберу. Где тут? Все, враг только один? Администрация порта. Что-то они зашевелили. Так. Где вечеринка? Агенты пусть подтягиваются сюда. Пойдем дальше. Эй, ты, а ну стоять! Так точно. Уничтожаем караул. Уже в пути. Только один. Легко. Двигаюсь. По-моему, он устал. Легко. Объект уничтожен. И я мигом. Тихо, тихо, блин. В принципе, нормально. Представление начинается. Ты иди захватывай вот это. Не могу поверить. Ты иди на захват этого. Я в опасности. Кстати, это тоже, да, можем захватить? О, да. Не, мы просто заняли здание. Да. Ну что там? Давайте, ребята, побыстрее. Отлично. Все. Давайте-ка я сохранюсь. Заряды на месте. Получилось новое задание. Направь Титанию в здание администрации порта. Это мое. Давайте сделаем это. Ух ты. Такая диверсия, да. Они отступают, командир. Еще немного и прикончим их. Все. Можем начать строиться. Это что такое? Повышенный уровень. Давайте сделаем. Подожди. Так. Потопите советские дредноуты. Вид горящей бронетехники врага. Что еще нужно человеку для счастья? Ты дурак, конечно. Давайте максимальный уровень возьмем. Не знаю, что это делает, но все же. Продвижение к советской базе. Уничтожьте их. Давайте сделаем танки страж, БМП, не знаю. Блять, Таня убита, ну сука. Ладно, сделаем еще одну Таню. Я не знаю, что они бомбят здесь. С помощью Тани уничтожим мы дредноуты. Давай в воду лучше. Водичку. Ну, пока делаем армию. Мне бы сделать этих авианосцев. Союзники, по-моему, авианосцев, но у них хорошие. Вертолеты, не знаю, блин. Самые такие сладкие нам недоступны. Сейчас мы с помощью Тани разбомбим их. Точнее, как будто Наташа намного быстрее плывет. Все, мог кул дредноутов.
Здесь как нечего сделать. Отлично. Возвращаемся. Сотрите советскую базу с лица земли. Будет Тесла стоят. Мне становится скучно. Вы нападать-то будете или как? Не будьте трусом. Я жду, когда вы наконец появитесь. Я еще себе надеру зад. А что, она в воде не может атаковать? Блин. Пипец какой-то. Так. Давайте волнорезов сделаем еще, не знаю. Миротворцев. Таню сделаем. Готов, сэр, приказывайте. Миротворец к бою готов. Выдвигайся. Погнали в город. Отсюда вот так пойдем. Через спину. Тоже всех будем. Что у нас на повестке дня? Как бы порох не промок. Так, ребята. Руль на себя, на себя. Не прерывайте связь. Нужен ремонт? Займите. Слушаю вас. Вас понял, сэр. Доложите обстановку. Автомобиля? Самой с задней стороны пойдем. Вас понял, сэр. Одним словом, выбьем их. Давайте Таньку тоже направим. Вообще вот этих всех наших. Уничтожаем всех к чертовой бабушке. Блин, да ладно, они смяли меня. Сожрали. Офигеть. Еще больше армии, что ли, делать, я не знаю. Постройку, дура.
Ой, бля, блоха чертова. Я охреневаю. Так, давайте возьмем охлаждение. На один вариант только на лобо лобайте. Бля, говорю. Других вариантов не вижу. Блин, ломайте завод. Чёртов завод. Еще блоха успела из завода выйти. Нормально. Надо было сразу так сделать. А то, блин, шли со спины, не знаю. Умудрили себе. Моя база. Вы разрушили ее. Я знаю, кто вы. Я найду вас даже в преисподней. Это личное. Даже так, блин. А ладно, себе не пиши. Хорошая работа. Мы с вами прекрасно сработались. Прекрасно. Вы молодец. Канны освобождены, наши люди в безопасности. Думаю, фельдмаршал Бингем оценит ваши заслуги. Спасибо, тёлка. Да, ребята... Ну, такой себе уровень, честно говоря. Мне не очень понравился. Ну, вообще, в Red Alert все уровни такие веселые, но этот какой-то такой, не знаю. Да ладно. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте обязательно пальцы вверх, подписывайтесь. А с вами был Рауль, вы были на канале с Game Street. Всем удачи, всем пока.